Пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серых пить, подарим ему улыбки в моменте. Извините, не бежите, не звоните мне. Каким бы трудным не был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Я в моменте, и пролетел готовый день, я не заметил. На свой дух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Закрутить ленту. Я уже и забыл, когда смотрел на звезды и делал все, что хотел, ведь так хотел быть взрослым. Когда еще я вернусь домой в тех старых грез, ты скажешь мне никогда, но никогда не поздно. Я в моменте, и пролетел готовый день, я не заметил. На свой дух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Прямой контакт. Ну что ж, ваши сообщения здесь прямо сейчас. Присылайте их в WhatsApp наш номер 8-919-722-1012. Я Вероника Антонова. Ничего необычного, просто хочу поздравить себя, любимую, с днем рождения. И всех, кто празднует свой день рождения со мной в один день. Любви и денег вам побольше. DFM, спасибо за крутые треки настроения. Ну, а это мы всегда, пожалуйста, для хороших людей ничего не жалко. Поздравляю! Добрый вечер, у нас сегодня у дочки и внучки день рождения. Хотелось бы поздравить ее, ей вы ей очень нравитесь. У нее, значит, хороший вкус, судя по всему. Любимая наша девочка, поздравляем тебя с днем рождения. Мы тебя очень любим. Папа, мама, бабушка и Артем это прислали. Спасибо большое. Ну и мы, конечно, тоже присоединяемся. Пусть принимает поздравления. Добрый день. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашему дивизиону МИМО и ЦФО под руководством Тютченко Константина. И для выполнения планов поставьте самую веселую песню. Все однозначно будет, но после сообщений. Здрасте. Передайте привет, пожалуйста, моим друзьям и сестре. Мы на даче в Новосибирске отдыхаем и ждем еще друзей. Приезжайте быстрее. Всем привет от Алены. Ну вот только посмотрите на них. Посреди рабочие отдыхают и абсолютно правильно делают. Хорошо потусить, ну а мы теперь послушаем голосовое сообщение. Поздравляю свою любимую мамушку Веру с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви. Я ее очень-очень сильно люблю. И внучка Ксюша говорит, что поздравляю и очень люблю. Ура! Вот на такой милой ноте мы и остановимся. А еще, кстати, я на этом моменте прощаюсь до завтра. Здесь был Кротов, услышимся, увидимся. Далее встречайте Тему, ну и чё к чему шоу.
Будет интересно. Пока. О погоде. О погоде. И еще быстро о столичной погоде успею рассказать. За окном у нас в эту минуту ясно, плюс 26 градусов. Вечером будет плюс 23, тоже ясно по данным Яндекс.Погода. Теперь информация о курсе и, как сообщает Центробанк, доллар сегодня 74.34, завтра 74.49. Евро сегодня 87.60, завтра 87 рублей 77 копеек. Нравится как.
can change, I can change, but I'm here in my mold. I am here in my mold, but I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, 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 no. 'Cause it's a bittersweet symphony, this life. 'Cause it's a bittersweet symphony, this life. Wow, cool. В 2021 году могут вырасти, как вы думаете, на сколько процентов? Правильно,
на 4. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До пандемийное время такой показатель мог бы считаться очень хорошим результатом, говорят экономисты. Однако сейчас, если РФ достигнет роста в 4% в сравнении с другими странами, это будет весьма умеренным итогом. Это правда. Отправимся в Турцию, где власти страны заявили о возможном закрытии границ из-за нового штамма Дельта. По словам министра культуры и туризма Турции, перспектива снятия антиковидных ограничений зависит от темпов вакцинации. Если она ускорится, то мы полностью вернемся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация процессов, сообщил чиновник. Что? Опять? Да не говори! В Казахстане построят морг с фитнес-залом и кинотеатром. Вот те нате. Стоимость возведения здания такого в городе Уральск площадью 3500 квадратных метров составит почти 208 миллионов рублей. Городское управление здравоохранения подало заявку еще в 2018, но тендер разыграли только сейчас. В заявке отмечается, что в здании будут трудиться 80 человек. Вот это поворот! Ага. Занимаетесь ли вы каким-то спортом, друзья? Вот какой вопрос вам хочется адресовать. Если нет, то почему? А если да, то каких успехов удалось достичь? Например, похудеть или набрать мышечную массу, а может и вовсе одержать победу в каких-то соревнованиях. Короче, расскажите, пожалуйста, о своих успехах в наш WhatsApp на номер +7 919 722 101.2. Ну и можно присылать голосовые, только, пожалуйста, коротко, не растягивайте мысль. А все самое интересное обязательно будет прочитано мною в эфире уже совсем скоро в народных новостях с приветом. Приветы тоже можно и нужно передавать. До связи! Шоу на DFM. Yeah.
I've been a wicked man. Show me mercy.